Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Парный турнир звезд по русскому бильярду, который проходит в Днепропетровске, набирает свои обороты. И мы предлагаем вашему вниманию следующий четвертьфинальный поединок. Российская титулованная пара против молодых амбициозных украинских игроков. Анастасия Лупова, Павел Кузьмин против Алисы Лободы и Михаила Романенко. С вами в эфире комментаторы Павел Черемисин и Алла Колупаева. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, любители русского бильярда. Так, Невская пирамида, до 4 побед проходит борьба в этом парном разряде. Россияне выиграли раскатку, и к столу подходит Настя Лупова. Первый удар, разбой. Как мы видим, не точный, но надо же так поставить шар. Еще нету, да? Что ничего соперникам, наверное, сейчас забить не удастся. Хотя... Ну, забить не удастся, но нужно как-то решить ситуацию, чтобы и... подставку не сделать из такой сложной ситуации. Нужно просмотреть все траектории, сектора. Вот, видно, порезочки проходят. И в состоянии нанести удар. Михаил справился со своей задачей. И теперь к столу выходит Павел Кузьмин. Да, Павел Кузьмин. Да. Он будет просто перекатывать шар. Да, было касание борта. Здесь как бы опыт, естественно, два мастера спорта международного класса в паре, Настя и Павел, тут как бы комментарии излишние, а что касается их игроков, на их стороне, знаете что, это одна из тех двух пар, которая попала в телевизионную часть турнира через сито квалификации, то есть они накануне днем весь день практически играли, весь световой день и даже часть ночи играли. Да. Прошли эту жесткое сито отбора. 6 или 7 встреч им пришлось провести вместе. То есть они уже сыграны, в то время как, допустим, Павел с Настей тренировали всего-навсего 3 дня вместе. Но, правда, не первый раз они друг друга видят, знают хорошо. И... Но, с другой стороны, все-таки в боевом режиме себя украинцы, да, потренировали, а Настя с Павлом, они все-таки в виде тренировочных каких-то игр это проводили, но я думаю, как Павел правильно сказал, что они хорошо знают игру друг друга, и будем надеяться, что тех 3 дней, которые они провели вместе, им будет достаточно для того, чтобы показать хорошую игру на этом турнире. Пока игра приняла оборонный характер, я бы сказала так. Не встает очень какой-то позиции, с которой можно наносить активный атакующий удар. Поэтому спортсмены пытаются раскатывать эту позицию, не давая соперникам возможности для хорошей атаки. Ну вот Алиса Лобода на ваших экранах. Она представляет Днепропетровск, то есть местная жительница. За нее тут наверняка будут болеть, а... Михаил Романенко из города Черновцы. Собственно, земляк знаменитого Ярослава Тарновецкого. Который, кстати, заявлен в паре на этом турнире и попал сюда напрямую. То есть квалификацию не играл вместе со своей партнершей Настей Ковальчук. Убийственная пара так, по потенциалу. Но дело в том, что у Ярослава неожиданно поднялась температура там. За 39, и есть вероятность, что придется ему сняться с турнира, заменит его в паре, скорее всего, Глеб Ващенков, но, впрочем, об этом станет известно чуть позже. Естественно, что если эта пара пройдет дальше. Вы на нашем канале увидите 2 четвертьфинальных матча, 1 полуфинал и, естественно, финал. Так что, если неудачно сложится турнир для... Хорошо, с маленьким Мексиком. Пары Ковальчук и пока еще будем говорить Терновецкий, то, возможно, не попадет она в телевизионную часть, но я думаю, что все будет нормально. Так Настя сейчас отыгрывалась и отдает свояка в середину, не знаю, под кого она играет, она, по-моему, под Михаила, да? Да, в левой руке у нас играет Михаил, но свояка в середину играть не хочет. Да, вот сейчас Павел как раз и говорит, что если он встанет хорошо, да, то я буду его играть. Я буду в середину играть. А вот теперь уже сложно будет играть в середину, там наигран... Шарик, да, шарик стоит в угловой лузе, и если удар будет неточным, то по траектории, если попадать... Вот отказался от своего решения,
Павел Кузьмин. И, наверное, правильно сделал. Посмотрите, Павел, насколько прицельно отыгрывал шар в угловую лузу. Да. А вот теперь отыграться будет крайне сложно. Вот есть такие позиции в играх одним шаром, когда нужно только атаковать. Ты можешь, знаешь, как сразу? Вот сейчас послушаем. Просто на шар накати, да и все. Просто легонько. В зону лузы же играется. Как это? Подожди. Зону лузы должен выйти, да? Или правда? Ну вот сейчас, да, Николай Люстин обслуживает этот матч в качестве судьи у стола, не представили мы вам его. А Михаил сейчас хотел воспользоваться брешью в правилах. Но повезло. И хотел тихонечко накатить, чтобы не было два борта, но тем не менее. Судья чужой, подошел, да, и сказал, свой, чтобы что... оставить в зоне лузы. Но по правилам. На всякий случай, да, потому конечно, что мы же не видели ситуацию. Там так стояло, что два борта не могло работать. На всякий случай. В зоне лузы шар, чтобы остановился, он для начала должен оттуда выйти. А сейчас, вот видите, опытные россияне поддавливают своих соперников. По-моему, не было штрафа, хотя, повторяю... Мы не видели, да, тоже. Мы не видели, там два борта... Да нет, наверняка, потому что при ударе, скорее всего, чужой тут же коснулся борта, а один из шаров... Докатился до длинного борта. Докатился до длинного, видно, да. Скорее всего, тут штрафа... Все-таки это понятно. За бучу прячешь от восьмерки. Ну, давай. Да, вот, судя по всему, подтвердили на видеоповторе, что штрафа никакого не было. Не, могу не отбить, кстати. Может быть, лучше. Напрямую прям бей в нее, и все. Сюда? Да, прямо бей. Ну, интересно, продолжается ситуация. Пары принимают коллегиальное решение, какой удар наносить и каким образом. И даже такие... титулованные и знаменитые игроки, как Анастасия Лупова и Павел Кузьмин, тоже слишком по-резки сильно. Легко и непринужденно, советуясь, принимают какое-то решение. Ну вот сейчас, кстати, Настя была не совсем уверена в том, что Павел предлагает. Думаю, что нельзя предлагать то, что ты делаешь сам наверняка, а человек этого, может быть, и не сделает. И Настя правильно сомневалась и говорила, так, что быть, я, скорее всего, не сделаю. Очень сомнительный тот. Может быть, отказаться надо было? А почему свои качества не играет? Алиса в угол. По чужим решили пройтись. Ну, вот сейчас. Но надо только падать. Падать-то не совсем не обязательно. 1-0, Романенко, Лободна. Ну, приняла она такое решение. Значит, приняла. Теперь... Да, перебить-то не дадут. Да, перебить не дадут. Есть только один шанс. Павел тут... А что там, проходит чужой? Да, проходил. Ну, Павел Кузьмин не справился. Не попадает и везет. Видите, закрывает шар. Да, в угловую лузу, близко стоящую короткому и длинному бортику, стоит такой вот, да, она... блокиратор, кластер. Да, номер 13. Можно еще сказать. Так, а что сейчас выясняли? Алиса и Михаил. Нет, а как это? Она же била первым. Она первым била. По-моему, сейчас выясняют очередность. Нет, я не понимаю, в чем проблема. Настя не очень хорошо отыгралась, мы вспомнили, да? Не смогла... Не смогла поставить за кучу биток. Михаил забил чужого. Чужого пыталась забить... Алиса не смогла. Потом играл Павел Кузьмин. Сейчас не могут решить, кто бьет после паши. После паши бьет.
девочка. После... Только промазала, и опять бьет. Все, все правильно. После Павла Кузьмина должен играть, соответственно, Михаил. Скорее. Да, и не дали видео по фото. Если мы сейчас передадим удар, что сейчас будет? Я сейчас пока не очень понимаю, что происходит. Пытаются передать, передать удар? Удар, да. А за что? Оштрафована российская пара? А, ну, судя по тому, что была нарушена очередность. А в чем была нарушена очередность? Ну. Ну, в общем, я думаю, что мы чуть позже с этим разберемся. Пока графика нам подтверждает, что счет 1-0. Впереди украинцы, но судя по тому, что Настя выходит к столу. Скорее всего, российская пара была оштрафована. Но вот за что она была оштрафована? Ну, оштрафована она была не шаром, а переходом хода. Затяжная игра. Затяжная игра. Просто ради того, чтобы соблюсти очередность, судья принял такое решение, что есть возможность передать ход. Ну, так или иначе, сейчас нам редакторы ситуацию прояснят. Тут под железо Михаил вбивает шар. Так, ситуация у нас мало прояснилась по поводу передачи хода, но ладно, пока мы про это забудем, сейчас очень неплохая серия. 3-0, Романенко, Лобода. Могла бы случиться у украинцев, но... Украинцам повезло, там вставал очень неплохой чужой, но, к сожалению, прижался биток к другому шарику, и ситуация таким образом осложнилась. Да, придется, если играть, то на сильном левом винте, а это все усложняет. Степень сыгрываемости этого шара. Но, с другой стороны, отыгрываться-то очень сложно. Умница. Какой же Павел умница, а? Из какой ситуации сейчас вывернулся, а? Посмотрите, с левым винтом в перерезку справился на такой силе удара. Ну, надо забивать. Великолепен. Молодец, теперь Настя должна. Да, поддержать почин. Поддержать, да, своего партнера по команде. К себе будет тянуть. Ну, надо обязательно посмотреть траекторию движения чужого шара. Подбой, там как бы вот подбой-то ведь случится, но стало... Стало все... Ну, на игре, одним словом, есть пара шаров. Сейчас посмотрим за решением украинцев. Украинцы молодые, они же все атакуют. И вот так вот с борта, из такой ситуации, смотрите, какой клапштос. Ну, в общем, так испугал придремавших зрителей, если такие были. Так продолжается стартовая партия четвертьфинального матча, в котором встречаются россияне Павел Кузьмин и Анастасия Лупова с... украинцами. Ох. Ой, молодец какой. Очень хорошо к себе оттягивает. С украинцами Алисой Лободой и Михаилом Романенко. И вот счет был 3-0. Вырвались украинцы вперед. И два прекрасных шара в исполнении Павла Кузьмина сейчас могут ситуацию перевернуть. Серийно россияне играть любят, умеют. Ну, позиция на столе довольно-таки неплохая. Я вот видела на разминке, как Настя справляется с забитием шаров в центральную лузу. Причем использует она варианты и с накатом, и с оттяжкой, и с остановкой. На тренировке у нее получалось, в принципе, довольно-таки неплохо. Посмотрим, как в игре справится ли Настя. Но она игрок опытный, неоднократно участвовала на турнирах высокой серии, я бы так сказала.
Тем более в поддержку ей в команде идет Павел Кузьмин. Я замерла на секундочку, чтобы посмотреть, как Настя исполнит удар. Настя его забивает. И отдает своему партнеру... И передает ход. Да, неплохой свой в середину, насколько я понимаю. Павлик. Нет, чуть-чуть тонковато, наверное, она поставила, так может быть. Так он и тонко быть. Сыграл еще его. Еще и тоньше сыграл. Но бывает такое, что тонкие шары, боишься сыграть толстый, ты играешь чуть-чуть потоньше. Но это происходит только в том случае, если ты не боишься тонкой резки. Обычно начинающие игроки боятся тонкой резки и всегда попадают потолще. А вот профессионалы, они этого не боятся и поэтому могут ошибиться именно в тонкую сторону. Ну что ж. Да, и все-таки, судя по всему, да. Российская пара была за что-то оштрафована, за что мы так и не поняли. Запишем в загадки. Простого я не забил. Надо было мне сверху бить, мне надо проваливать. А тут шаром Алиса выполняет просто... Ну, мы отмечали уже, что у украинцев игра, что называется, пошла. Они не боятся ничего, никаких ударов. Сейчас чуть-чуть. 4-2. Чуть не точно, Михаил. На мягком ударе. И очередь Насти бить, судя по всему. Ну, несколько пирамид, она сходно комбинированной пирамиде. Не всегда ведется атака по лузе. Я все-таки не понимаю, почему у стола Павел Кузьмин. Отыгрался Павел Кузьмин, и теперь свою серию отыгрышей будет проводить команда Украины. Ну, не очень, не очень. Не очень повезло. Ну, или кому как. Кому не повезло, а кому и повезло. Настя посоветовала с Павлом. Я думаю, они приняли опять коллегиальное решение. Может быть, Настя спрашивала, каким способом забить этот свояк. Ну и сейчас осталось только исполнить то, что они вместе задумали. Да, Настя мажет... Ой-ой-ой-ой-ой. Как ставит еще. Настя мажет несложного свояка. Не повезло ей немножечко, конечно. Если бы она забила этот шар, да, ну, конечно, траектория вот этого шара, скорее всего, была бы другая, но я думаю, что все равно вставал бы где-то в районе центральной лузы, и ну, неплохая комбинация могла быть разыграна российской командой. Ну, но... только один шар проиграли россияне. Здесь крайне сложно будет серию продолжить украинцам. Ну вот такой удар, он, конечно, был красив. 5-2. Так, ну сейчас Настя пошла к столу, а зачем? Мы не хотим больше выставлять шары. Я после мальчика бью, а Настя после девочки. А, вот так вот. Нам сейчас прояснили ситуацию со штрафом. Оказывается, все просто. В данном случае, если первыми к столу выходили украинцы, значит, всегда после мальчика будет бить, то есть после Михаила будет бить Павел, а после Алиса будет бить Настя. Что странно, на мой взгляд, ну.
Ну, в этой партии будет складываться именно таким образом. В следующей партии ситуация поменяется, и главное, чтобы спортсмены не забыли о том, что очередность будет другая. Я бы на их месте просто брала бы себе шпаргалочку и клала на каждую партию шпаргалочку. Это бы значительно упростило задачу. Не нужно думать о том, кто выходит. Просто посмотрел и уже дальше думаешь о том, что происходит на столе. Перейдите на основном виртуозство. Только полегче. Рассказал Михаил Алисе, каким образом ей нужно отыграться. Вот чуть-чуть ошиблась она по силе, прокатила бы его поближе к короткому бортику, и была бы уже атака. Атака. А вот сейчас Насте надо подумать, что нужно сделать. Куда? Через лоб к Лузе просит Павел выполнить удар. Ну, молодец. А что? Нет, а там не будет. А вот... Нет, ну там... А вот непонятно. Ну, конечно, надо, чтобы пошел уже. Вот как раз Павел заметил сейчас эту вещь, что шар остался в районе центральной лузы. Ну, что? А для атакующих игроков команды Украины, может быть, этот шар и не предоставляет какой-то большой сложности. Сейчас посмотрим. На ударе, на сильном ударе. Нет, не на таком сильном, как нам показалось. Не видели мы промахнулся, до конца. Но промахнулся удачно. Да, повезло. Выбирает местоположение постановки битка. Настя с Павлом. Здорово. Здорово, Павел, смотрите, как кладет шар на борт, на короткий, и теперь с борта иди играй. И отыграться-то сложно. Молодец, молодец. Очень хороший удар. Как будто бы он падает. Нет, нормально, держится. А это будет штраф, если да. Шар не перейдет. Да, сейчас Алиса ошибается, обидно для себя. В размер не угадала. В размер не угадала, чудом избежала контратуши. Ну, так или иначе, был бы штраф. С контролить бы шары, вряд ли бы. Какой из них доехал бы до борта. Ну, украинцы это воспринимают с улыбкой, что хорошо. Вот что она хотела, куда? Неужели так прямо хотела попасть? Да, россияне принимают решение отдать удар сопернику. Да, есть такое по правилам, когда кто-то штрафуется, у тебя есть несколько вариантов, и один из этих вариантов – передать ход сопернику. Ну вот, украинцам такие свояки только подавай. Но... Подавай, но они их не берут. И, по-моему, там все стоит замечательно. Так, про выход подумал Павел. Ой, молодец. Ну, тут можно поаплодировать. Выход подо что? Под среднюю лузу. Или не довел? Не довел. Вот сейчас бы посмотреть. Хорошая реакция. Так там. Что-то очень развеселило, да. Что-то смешил. Нет, ну вот отсюда. А, нет, довел, да. Вот отсюда видно, что. Видно, что можно. И Настя такие любит играть. На обратном винте. На левом в данном случае. И в отскок сейчас поглубже палочку проведет, насколько это необходимо. Ах, не забивает. Но подбило все так, как сказали бы на Украине, смачно. Живенько. Смачно.
И везет россиянам. Биток прижался к бортику. Повезло просто очень сильно. Вот. Павел как раз сказал, что очень повезло. Да почему легко добирается? Ты тонко бьешь, боишься. Тут легко, он же сам, сукно новое. Mm-hmm. Просто в лоб бьет, и он сам закрутится. Ты видишь, вкладываешься и мимо вообще попадаешь. Просто надо свободен. Так продолжается первая партия. Довольно долго она у нас длится. 4-3 в матче Алисы Лободы и Михаила Романенко против Насти Луповой и Павла Кузьмина. Впереди украинские игроки. До 4 побед, напомню, проходит борьба. Этим ударом, я так понимаю, что в середину отдают украинцы свояка Павлу. Как Павел у нас свояка в середину кладет. Забрал, и очень хорошо подбиваются шары. Можно забить чужого. Тут же стоит продолжение чужой в угловой. Тут же стоит продолжение свояк в угловую лузу. На повторе видно, какой красивый был шар. Да, это, конечно же, проще шар, просто по углу входа в лузу, безусловно. Убрала Настя какую-то маленькую погрешность. Да, и в небольшую оттяжку, насколько я понимаю. Да, и целится вниз шара, лишь бы удар не сорвала. О, молодец. А, выход под центр. Выход, да, под среднюю лузу. Выход под центр, молодец. Ну, в общем, даже если бы не довела, то вы понимаете, что можно было бы играть. Там были, да, да, вместо аутов, варианта А, как вариант Б. В покере аутов очень много. Ну вот, кстати, да, идея сыграть в прокат небольшой или клапштос, а этот шар убрать, все верно. Настя легла на стол, посмотрела, удобно ли ей будет играть, достает ли она, чтобы комфортно нанести удар. Ну, удостоверилась в том, что все хорошо. 1,80 м и каблук небольшой, да? Я думаю, что хватит роста. Должно. Ну, как-то шутки-прибаутки кончились у украинцев. Правда, вот сейчас с руки не забиваешь. Я, конечно, под руку сейчас не исполняю ничего. Посмотрим. Молодец. Умничка. Ну, тут шикарно все сделала для Павла. Я думаю, что Павел сейчас без труда этого шара кладет. И таким образом, если это случается, а это случается, так, счет не без, становится не без скрипа, да, но случается. Первую партию выигрывают россияне. 28 минут. Ну, для раскачки засчитаем, так и быть. Хотя, конечно, ошибок было много как с одной, так и с другой стороны. Плюс не очень нам понятно, с какой очередности все-таки играют спортсмены. И вот ситуация со штрафом, судя по всему, была связана как раз с нарушением очередности ударов. Итак, смотрим, поотыгрывались, как и предупреждали, и те, и другие будут играть в закрытый бильярд. Ну, украинцы, может быть, чуть в меньшей степени, по одному штрафу. И серия 5 шаров, она, собственно, все и предопределила. Украинцев 2 раза по 2. Ну, а у наших 3-5. Итак, мы ждем, когда начнется вторая партия. Напоминаю, что российские спортсмены выиграли. Ведут в счете теперь 1-0. Сейчас судья подготовит стол, расставит пирамиду. Вот нам сейчас показывают украинскую спортсменку, показывали, вернее, Алену Афанасьеву, бывшую Русакову. Вместе с Афанасьевым непосредственно, поскольку это ее супруг. Вот Афанасьева не знала, но теперь вот все знают, как выглядит Афанасьев. Чита Афанасьевых. Да, чита Афанасьевых. Итак, разбивать сейчас будет Настя.
Первый раз у нее не очень получилось. Она не забила шар с разбоя, но удачно приклеила его к шарику. Посмотрим, что получится у Насти в этой партии. Молодец. Умничка, молодец. Молодец, шары раздвинулись. Сейчас будет общее принятие решения. Коллегиальное, скажем так. Коллегиальное, да. Очень неплохо. Дело в том, что Павел Кузьмин, он, конечно, великолепно кладет чужих с руки. Просто великолепно. То есть я не припомню, вот сколько мы его показывали. Павел, да. Извините за плевки в эфире, но я боюсь сглазить. Ну, может случиться всякое. Он же все-таки не автомат и не робот. Но посмотрите сейчас, какой выход будет делать. Свердловчанин или екатеринбуржец. Что еще нужно, чтобы... Что я могу еще сказать? Да, хорошо и достойно встретить старость, как говорили в известном советском кино. С левой только что, да? Это единственное, что может помешать это сделать. Но Настя и с левой может забить. Ну, а там и не было вариантов вывести под правую с такой резки. Можно было выводить под чужого, в принципе. Под чужого, хотя, конечно, да. Конечно, свой здесь предпочтительнее. Но вот с левой руки Настя мажет. Упрекнуть ее в этом сложно. Пойди с левой на новом сукне еще забей. 2-0. Удачно получилось у Насти не забить этот шар, если можно так сказать. Ну, сейчас свое решение будет нам показывать... Алиса. За кучу прячет. Не прячет. Не прячет, потому что выходит шар в середину на игру. Не прячет, да, отдает шарик. И удар Павла Кузьмина, ну, такие он на завтрак кушает обычно. Но вот только имеет ли смысл играть? А почему нет? Ну, а что дальше? Ну, а дальше можно отыграться. Почему бы не положить себе шарик в копилочку, на свою полочку? Лишний шар никогда не бывает. Своячка катнуть в среднюю, да, можно. И Павел Кузьмин об этом Насте говорит. Зачем тебе свой хороший? Я бы хотел, чтобы ты играла. Оказывается, видите, Павел-то по выходу играл для Насти. Он просчитал все заранее. Молодец, молодец. МСМК, что вы хотите? Нет. Сильно. Да дело даже не в силе. Дело в том, что 3-0. Тонко попала Настя. Но сильно он имеет в виду, что шар приподнимается слишком высоко. Если бы он остался где-то в районе длинного бортика, ну, даже если бы не попал в лузу, да, ситуация была бы совершенно другая. Ну, вот единственное, что помогают пока украинские спортсмены команде россиян. Играют шар с подбоем. Будем свояка в среднюю играть. Дальний? Нет, он дальний. А? Нет, не легче. Так, Павел Кузьмин, в прошлой партии примерно с такого же свояка россияне раскрутились. Молодец. Сделали результат в ней, выиграв. Вообще фактовая все встала. Давай сама. Вот Юрий Лобыч. Готово снимать, покажи. Юрий Лишенко. В качестве зрителей. Вот этого, наверное, снимем. Мне понравилось очень приятное выражение Павла Кузьмина. Давай такой сленг. Это. Очень фруктово все встало. Фруктово, да? Фруктово, да. Ну что, придется только сидеть вот так вот украинским спортсменам и держать руки за головой, так как в настоящий момент они им больше ни для чего не нужны. Настя улыбается, понимает, что позиция очень хорошая. Ну, надо забивать. Надо, нет, надо забивать, и надо улыбнуться, а потом уйти с улыбки и сконцентрироваться, сделать все правильно. Сами-то они падать не будут, тем не менее.
На свободной руке короткий удар. Умничка. Гол. Молодец. Тут несложно. А на заднем фоне вы видите там Ольга Милованова, Ксения Привалова и примкнувшая к ним после поражения от украинской пары Мария Шапкина. Там заходится от хохота. Ну, в общем, не думаю, что что-то помешает россиянам довести эту партию до победы. Да, в такой позиции найти два шара очень-очень нужно легко. Уже убирать шары с игры. Шесть шаров у нас, надо два забить. Один точно в любом случае. Второй Павел надо. Подбадривает. Ну, один-то точно мы должны забить. У нас такого положит. Я всегда люблю дождаться удара. Я, конечно, очень сильно болею за Настю, и поэтому вот я боюсь сглазить. Я думаю, положит. Я с ней немного знаком, поэтому думаю, что... Встречались в бильярдной. Да. Плохо, Павел! Плохо знаю, оказывается. Плохо. Павел! Вот я говорю, я боюсь, я хочу дождаться удара. Не перехваливайте Настю, Павел, это я плохо. Нельзя. Вы уверен в том, шары что отпугиваете от лузы. Я вот вижу уже у стола третий раз подряд. Ой-ой-ой, засиделась. Алиса, видимо, да. Алису Лободу я вижу третий раз подряд у стола. Не очень понимаю, в чем парность соревнований. А, может быть, я догадываюсь, в чем парное соревнование, потому что спортсмены другой команды проводят серию и меняются друг с другом. А есть четкая очередность, что девочка после девочки, а мальчик после мальчика. И предыдущая серия постоянно заканчивается на девочке. Вот, наверное, там вот смысл где-то порылся. Так, ну что, Павел? Нет. Сейчас вояк был неплохой. Преимущество 6-0, это, конечно, хорошо, но... В Невскую пирамиду мы неоднократно были с вами свидетелями из прошлых трансляций различных наших турниров. Ну, сейчас это... реабилитироваться, смотри на поле. Реабилитироваться здесь сейчас надо. Сейчас поведу. Ох! Просто реабилитироваться, что своя кава, свой встал. Кто сильно бьет, тот сильно играет. Но что там вот с шарами? Один стоит, второй в... непонятно. Алисе что-то там понравилось очень в ударе своего партнера по команде. Или у нее просто это уже истеричная улыбочка. Сейчас важный свояк. Молодец, Настя. Молодец. Павел просил ее реабилитироваться, и Настя за промах того с руки все-таки реабилитировалась. Ну, тут можно какую угодно снимать. Я думаю, что Павел положит его. А я на это надеюсь, верю. Ой. Вот так вот вам. Грохотом мне в уши, да. По ушам Павел оторвал. Скобусок по всему, да, перерыв должны будут взять украинцы. Я их хорошо понимаю. Играть им, откровенно говоря, не дают. Так, дали в первой партии чуть-чуть побыть у стола, и все. Ну, давайте мы сделаем... паузу подождем, дождаться статистики, правда, этой партии. Она получилась гораздо более скоротечной и могла закончиться еще быстрее, если бы не тот досадный промах с руки у Насти. Луповый, смотрим, отыгрыши, собственно, один принадлежит украинским игрокам. Ну, наверное, отыгрыши-то в смысле пошли, отыгрались, сели на стул надолго. Это именно... Об этом, видимо, речь. Ну и тут, видите, максимальная серия 3. Это, конечно, небольшая серия. Я думаю, что россияне способны на большее. Ровно как и украинцы, но пока мы это увидеть не можем. Ну, как-то все так они весело это обсуждают. В принципе, сейчас можно было забирать позицию себе. Этого не произошло, но веселье не покидает нашу пару. Но веселье обязательно должно быть дозированным. Настя жалуется на то, что свело шара после удара. Куда его свело? Мы видим, что ему бензина бы не хватало. Ай, молодец. Молодец, Паша. Ой-ой-ой. А что ой-ой-ой? Вот. А вот что тут? Что тут можно сыграть? Чужой? Из лузы ковырять? Ну. Стало бы сейчас все упадет. Угу. Шанса нет.
Да ну, еще видите, решение? Да, на Алису приходится этот удар, может быть. Михаил бы справился. Алиса как-то после поражения в первой партии чуть-чуть... Приуныла. Да, приуныла, согласен. Итак, третья партия все никак не может завершиться у нас. Более того, тут футбольный счет пока 1-1, а сыграно уже, я вам могу сказать, довольно много. В этой встрече. Может, ну давай девятый. Я почему-то затянуть. Боишься? Ну я новую сумму, видишь, боюсь. Я покажу потом. Как? Настя оправдывается, боится нового сукна. Не прочувствовала она за две партии до конца. Так что быть уверенной в своих ударах. Ну что ж, в принципе, неплохо. Вот. Очень хорошее решение принимает. Да, правильно все сыграл. Сейчас Михаил Романенко поставил хорошо, близко к шару. Паша чуть-чуть винтом не добирает. Может, он, конечно, и не добирает винтом, но отыгрыш есть, и атаки как таковой нету. Может быть, ошибка. Может, прямой, средний, кстати. О, вот средний. Так, иди работай. Так, иди работай. Хорошая фраза. Да, вот тут теперь позиция сложная стала. Сейчас бы эту позицию просмотреть. Было бы неплохо. И вот нам с вами ее показывают грамотно. Мы видим действительно, что в середину шар мазанный. В угол мазанный. Там в угол, по-моему, один попробуй проходил. Попробуй отыграйся. На линию поставить. Очень, когда очень узкая постановка битка после отыгрыша, это всегда очень сложные отыгрыши. Нет, а почему Настя не хочет... Не хочет к себе тянуть от... А смысл? Вот тот шар, от которого она будет тянуть? Нет, не от этого. Вот который близко на борту? На длинном борту, который. Вот слева от нее. Почему от него? Потому что этот шар, который она сейчас убирает, он блокирует практически ту дальнюю лузу. Ей, у нее тоже, опять же, очень узкая постановка. Вот если она сейчас вот с этим вот справится... Вот, молодец. Ну что же, великолепно. Проигран только, пожалуй, чужой в угол, но это же страшный удар. Нет, не попало, а как ты опять? Я понимал, что я не попал. Хорошо, тот удержался. Это он сейчас, если он догадается. Да, позиция. Сейчас, секунду, о чем? Он будет бить, он же этот. Павел сейчас вот сказал, если он сейчас догадается, а что догадаться он должен? Имея в виду, конечно же, Михаила Романенко, о чем он должен догадаться? Поставить туда же? Пока не понимаю. Но на самом деле ситуация очень сложная. Подумал, Михаил решил, что отыграться здесь будет гораздо сложнее, чем попробовать положить. Ну что, отдает? Да, похоже, отдает. Да. Есть выбор. В середину надо играть? Можно в угол, свояка. Можно в середину. Ну нет, зачем? Свояка в середину, если он проходит. Вот повтор неудачного шара, чуть-чуть не дорезает. Нет. Ух. Страшный по силе удар.
Чего? Надо было поверхность. Я знаю, что надо скачать. Попытался с оттяжкой сыграть Павел. Оттяжка, конечно, получилась. Но насколько легче от этого Настя? Судя по позиции, не очень хорошо. Какого? Чужого сюда. Куда? Вот это. Машинку надо брать. Машинку, да. Больше нету, да? Конечно. Машинку. Коробка. Было принято решение сделать два борта. Вот так. И право. Тем временем стало известно о том, что Ярослав Тарновецкий, слава богу, будет играть. Удалось ему сбить температуру. Поэтому сегодняшнее противостояние ни много ни мало. Правильно, сейчас сон бьет, да? Вот Анастасия Ковальчук с Ярославом Тарновецким против пары. Ой, какая тяжка. Против пары Юрий Пащинский, Диана Миронова. Это, конечно, наверное, центральная встреча сегодняшнего дня. Я без каких-либо, так сказать, намеков на то, что этот матч неинтересен. Очень хорошо забил шар Михаил. Нет, шикарный удар. С таким контролем своего. Что, зачем забивал? Ну, я думаю, что он именно забивал таким способом, потому что не был уверен на 100%. Хотя при такой силе удара, если шар не падает в лузу, что там произойдет, как там дальше шары подобьются. Ну, так вот уже спорный вариант, но, однако, шар забил, партнерша отыгралась. Тут эти женский взгляд с мужской логикой тут столкнулись. Оба пришли к пониманию того, что надо играть с каким-то винтом. Но винт у всех оказался разный. Да, но винт разный. У всех оказался разный. Одна говорит с левым, другой говорит с правым. Хорошо, что нижний. В этом да. У них полное согласие. Нет, нормально, не слабо. Молодец. Настя сейчас грамотное позиционное решение приняла. Другое дело, что простой отыгрыш есть у украинцев. Но дальше-то у нас есть Павел Кузьмин. 2-2 стоит. Все. Вот так вот. На 2, оказывается, стоит. Сейчас смотрите. Чужой в угол. Свой в центр. Свой в центр. Даже своя камера. Тут уже у Павла вообще фантастические варианты приходят в голову. Свой, естественно, от Павла. От Павла налево. Ну вот по поводу отыгрыша я бы сейчас. Так. Неужели шар перекрыл траекторию? Да. Действительно отыгрыш. Вот как... это вот фортуна повернулась как... к Павлу лицом. Я бы сказал, как МСМК видит позицию, да? Сказал отыгрыш, сделал отыгрыш. Да. Реальный пацан. Сказал, сделал. Реальный МСМК. На середину короткого пытается Алиса поставить шар. Проходит два борта к себе. А от какого? А, все, понимаю. Понимаю, от какого, да. Вот от этого. То есть от этого можно и атаковать, в принципе, угловую лузу. Но зато фраза была хорошая. По силе бы угадать. Да, и ответ. Ну, хватит уже, пора угадывать. Молодец, Настя.
два борта к себе и постановочка. Смотрите, какой паркинг шара. Угадала. Браво. Молодец. Угадала. Потому что много не угадывала часто. Надо заканчивать тогда. Прям под жопу начинаю заболела. Тяжело. Плохую какую-то подсуну. Свой к себе, но в размер совсем. Нет, не в размер. Вот Павел Кузьмин сказал раньше, чем я смогла озвучить это. Он очень толсто попал. Если бы он попал тонко, то траектория была бы немножечко другая, и за счет тонкости инерция шара не погасилась бы. Эх, Павлу тут и так хочется. Дайте мне свободу. И сяк хочется, да. Все-таки, конечно же, громко сыграть. Конечно, но тут Павлу есть... прямо... Мы говорим, что молодые украинские игроки. Вот наше тоже не сильно старое дарование. Ну, хочется ему вот погромче. Да. А Настя выступает в роли такой штучки. Как он называется? Вот я не знаю. Каблучок. Когда вот под вагоны кладут такую вот железячку, да? Вот. Да, каблук называется. Каблук, да. Вот Настя как раз для Павла является тормозом. Неким... Ну, я не хотела вот как раз именно это слово употреблять, потому что иногда оно не очень хорошо звучит в разных контекстах. Здесь-то оно звучало именно, конечно, хорошо, но вот мне захотелось ее сравнить с каблучком. Хорошо. Уже сравнили, что Павел предлагает. Павел к себе предлагает. Ну, в принципе... К себе от длинного борта в середину вернуть свояка. Как вариант. Мой стоит, улыбается. От десятки играет в борт. И ну, опять чуть-чуть, видите, в размер. В размер чуть-чуть. Не доводит. Я хотел с выхода вначале идти, потом увидел, что он так идет. Может еще один упасть. Два. Ну, Павел рассказывает, что сначала хотел с выходом, а потом понял, что два могут упасть, но, к сожалению, второй не упал. Ну что ж, позиция снова закрылась. Непростые позиции создают Настя с Павлом для Алисы и Михаила. Да, вот видите, он даже не прибегает к своему любимому удару в отврат к себе от короткого борта. Секундомер давайте доставать. Но все-таки решается. Решается на него. Почему он этого не делает? Потому что... Я объясню почему. Потому что там подбой может случиться, и подбой этот неконтролируемый. Ну вот он его проконтролировал в голове. Я так думаю, что он сыграл очень-очень неплохо. Очень неплохо, да. Он не убрал тот шар. Я тонко буду играть. А кучу подбил снизу. Да тонко прямо от дальнего. Забью. Тонко, говорит, от дальнего. Может, забью, может, два борта к себе верну. Посмотрим, в общем, как оно случится. О. Ну, тонко-то не получилось. По-другому не может стать. Ну, получилось. Да, сейчас, конечно, фарт у россиян великий. Много так, фарта. Настя, хватит меня контролировать уже. Так, Настя говорит, хватит меня уже контролировать. Так, третья партия. Наверное, важное и для тех, и для других, потому что, понимаете, счет 3-0 и 2-1. Есть разница? 2-1 – это уже, конечно, борьба. Да, 3-0 может сдаться украинская пара, хотя, повторяю, она прошла через сито квалификации, выдержав нечеловеческие просто... Нечеловеческие нагрузки. Такую длинную дистанцию в таком темпе прошагать. Может быть, просто закончились силы. Может быть, может, не проснулись еще. В любом случае, я не думаю, что было... Ай, Настя. Нет. Кладет. Что было новое сукно на тех столах, где проходил отбор.
Может быть, сейчас еще не прибились к сукне. Но у них все шансов меньше и меньше остается. Чтобы начать уже это делать. Чем больше шаров встает на борт, тем сложнее заканчивать партию в Невскую пирамиду с кия. Чужого своего к себе наверх. А он как не идет. Через год, то есть через 13 бортового свояка надо. Настя предложила распространенный удар с атакой чужого шара в угловую лузу, а свой возврат к себе. Но Павел Кузьмин усмотрел, что так свояк не вернется, как хочется. Ждут подставку, и те, и другие ждут. Вопрос, кто дождется первый? Хотя отыгрыши российская команда делает значительно чаще, чем украинская команда. Но иногда шары встают так после атаки, что иногда так сложнее отыграться. Ну возврат на половину, где сейчас стоит Анастасия. А контратуш? По лузе играть нельзя. Вот молодец Настя. Специально его перерезала сильно. Умница вообще, умница. Дифирамбы. Павел поет дифирамбы. Ну, хороший удар сделала Настя. Замечательный. Удар очень высокого класса. От какого шара? Вот снизу, который, да? Два борта к себе бы неплохо было бы сыграть. Но... Так, но будет сейчас ошибка. Я не очень понимаю сейчас, что вдруг с Михаилом случилось. Не дает им играть в тот бильярд, к которому они привыкли. Надо уметь играть в разный бильярд, если ты претендуешь быть профессионалом. Нет, ну, я думаю, что Алиса с Мишей уже молодцы, они... Выжили в турнире из 21 очень сильной пары. Были-то вообще звездные. Жанна Шматченко, допустим, Артем Моисеенко. Чем вам не пара? Да, я согласна. Это тоже очень сильные спортсмены. Ну что? Замазался свой, похоже. Свой замазался. Ну, если он замазался, значит, сейчас будет отыгрыш. Да. Ну, Настя сейчас придумала что-то сверхъестественное. Хочет попасть по правой стороне шара и от длинного борта прижать на короткий. Но там ведь какое количество шаров. Молодец. А, ну вот. Ну, оттяжку отдает, в принципе. Ну, оттяжку отдает, ну и что там? Как работает. Оттяжка и соударение по какому из шаров? Что после этого произойдет? Да. Вот это может напротив похоже. Удар правильный? Не докатился до второго борта. Да. Хорошо. Хорошо. Да и так против был даже, если так разобраться по-честному. Да, как-то он был долго. Если почистить. Ну вот сейчас. Ну что ж. Тут не два штрафа.
Паша с Кузьмином пытается выпросить два шара, да. Два шара отнять у украинцев. Бедные украинцы и так ничего забить не могут. Ну и продолжается серия отыгрышей. Вода кончилась, ты со мной делишься. А подбой? Сейчас об этом Алиса не думает? Подумала. Сыграла специально потолще. Будет какая-нибудь атака здесь, как вы думаете, Павел, или нет? А смысл? Смысл? Через лоб отдаем отыгрыш просто. Но на самом-то деле просто я соскучилась по забитию шаров. Смысла-то на самом деле нет никакого. К себе Настя возвращает. Ну, здесь тогда можно так долго перекатывать. Ну да, к себе, к ноге. А можно сейчас украинцам броситься? Нет, не бросаются. Да, вот сейчас Кузьмин сказал, что... Сейчас, говорит, я буду налево, говорит, играть. Свояка? Да. И может, он будет прав. Может быть, как раз с этим ударом и выиграет партию. Но, с другой стороны, удар-то может, сложный. Ты проиграет налево. А он от этого хочет налево? Или все-таки вот от того, который стоит на другой половине стола? Свой в среднюю. Свой в среднюю. На докате. Не очень. Я понял, что сейчас произошло, но поменяли... Забить еще в среднюю. Попал тонко. Поменяли здорово. Смирочки. Да, расстановку шаров. Но, с другой стороны, вот играть в отыгрыш – это очень-очень тяжелая работа. Ты ничего тут не поделаешь. Нужно это делать. По-моему, очень неплохой удар. Надо только посмотреть с другой стороны, не открылся ли там чужой. Но, скорее всего, его нельзя будет играть. Чужой, ну, такой. Можно, кстати, даже подтянуть. Подтянуть не надо. Можно даже подтянуть. Лучше катить. Не, я катить уже. Приняла Настя решение. Катить. Катить. Ну, это с выходом, да? А почему не под низ? Почему не небольшая оттяжка? Ну что, ну теперь... Что-то ты убила прямо, да? Свояк налево. Мне, во всяком случае, так видится. Да, конечно, свояка будет играть. Ну, только так уже давно не забивал, не... Еще ничего не значит. Ну, вот сейчас сыгрывает здорово, срывает аплодисменты. Напомню, что Алиса Лобода представляет в этой паре город Днепропетровск. Поэтому здесь у нее болельщиков предостаточно. Подкатился шар к центральной лузе. Ему можно будет разыгрывать через свояк. Но возможны и другие варианты. Да, оттягивает Алиса. 3-3. Для того, чтобы задействовать шар, который стоит рядом с центральной лузой. Ну что, украинцы сейчас имеют шанс выиграть эту партию. Да, видишь, какой стал противник. Хорошего. Да, шанс, конечно, есть. Главное не промахнуться при забитии с руки. Там тоже и станет, сделать выход. Мимо надо его, бить мимо. Опять же, соглашусь. Что, зачем? Соглашусь я с Павлом, когда он разбирает тот самый
момент, когда Настя решила в прокат сыграть «Чужого». Очень близка была, конечно же, «Чужим» к «Угловой лузе», но, тем не менее, свояк-то у нее покатился вперед, и отдали они... Отдали они неплохой вариант с игрой битка в угол через все поле, и, воспользовавшись украинцы этим, вот уже, видите, сделали хорошую вариант, серию. Да, и появился вариант забить в угловую лузу, хотя я думаю, что, скорее всего, они пытались разыграть центр. Да, вот такая ошибка Насти. Вообще ничего, да? Стоило вот такой большой серии. Ну, все по дыркам стало сразу. Так. Что такое? Что с оттяжкой? Я думал, что это. Ругается Алиса на свою оттяжку. Надо что-то делать. Не сделала она хороший выход, чтобы Михаил смог забить простой восьмой шар. Тогда поборемся еще, что называется. Да, поборемся. Ситуация-то не самая простая сейчас стоит. 6 ския украинцы сделали. Да, 6 сделали, но ситуация для Насти и для Павла сейчас довольно-таки сложная. Молодец. Молодец, вывернулся. Если в среднюю не отдал, о чем он, кстати, уже успел упомянуть, но сам. Не, похоже, отдал в среднюю. Проходит. Сам на большую он отстал. Да, вот показывает Михаил Алисе, что вот же стоит. Ой, как. Нет, не справилась она с таким ударом. Не очень комфортно было. А что Настя делает? Играть. Сейчас Павел ей скажет, что делать. Мы уже начинаем привыкать с вами к тому, что мужская часть... Мужчины командуют, да? Да. Командуют. А девушки выслушивают и частенько соглашаются, но иногда и протестуют. Тут грех не согласиться с тем, что Павел предложил. Тонко катнуть ближе к углу. Молодец, Настя. Вообще великолепно. Сейчас, если еще и упадет, можно будет долго аплодировать. Сейчас, смотрите, с ничего могут раскрутиться. Тут надо подбивать шары, к сожалению. Там 3 шара стоит на бортах. И надо их подбивать. Сейчас посмотрим. Пока те шары, которые есть, может быть, их хватит. Посмотрите, повтор свояка. Да, Настя, конечно. Их хватит для чего? Для завершения партии их точно не хватит. Ну, свояка же придется играть. Он так или иначе будет бегать. Как минимум пару шаров еще есть, да? Да. Ну, если, конечно. Молодец. Угу. Вариант для Насти. Важный свояк. Если она сказала на ударчике, это означает, что биток сейчас... Если не попадает, то чужой бегает. Молодец. Чужой бегает и ставит на борт. Не да? повезло. На борт. Свояка нельзя забивать. Свояка нельзя забивать, ну, да. По борту делают. Надо короткий ставить. Ну, вот этого. Да, вот этого снимем. Сейчас, подожди. Да, это. Можем дуплет сейчас. 6-7. Не нужно. Надо на короткий ставить.
тонко, да? Все правильно. Да, тонко от длинного борта. Настя ставит, одобрила. Ставит на короткий. Молодец, Павел. Неплохая ситуация. Неплохой счет. Такой нация, Лила, нация. Сейчас удар. Свояка где-то искать срочно. Отметим, да, небольшое невезение. Какой свойство? Сейчас после удара Насти, да, когда шар прилип к короткому борту, и не было возможности даже сыграть чужого. Ну, ничего не сделаешь, так сложилась ситуация. Зато свояка она забила. Положила еще один шар на полку своей команды. Павел Кузьмин все просматривает. А ничего, говорит, никак точно, говорит, в среднюю не падает свой. А там... Она две. Она три. Опять бортов центр. Нет ли такого? Вот Ярослав Терновецкий. Ну, выглядит довольно-таки бодренько. Я не знаю, что сейчас задумали. Видимо, играет, атакует чужим среднюю лузу, а свояка приводит к себе от длинного борта. Да ну может так быть, а? Может так быть и под Михаила, ведь, да? Смотри, еще так должен, да, встать, аж губки зацепить. Будем говорить, не повезло. Да, уже второй раз не повезло в этой партии. На два коротких вставал. Ну, еще, да, еще ничего может не забить. Надеюсь, это, умирает последний, это да. Вряд ли, что не забьет, ну, Михаил. Ну, может такое случиться. Вряд ли. Подбей, мой мальчик. Конечно, подобьет. Павел, вы сегодня шаман, я смотрю. Да, все, что я не говорю, все мимо. Ну и сейчас есть шанс. Павел ждал свояка. Да, и да, он дождался. Перерезал Миша. Обидного шара не забил. Партионный. Да, на повторе видно, что перерезает. Ну что? И Павел тоже не кладет. Кто-то, да. И удар какой-то по звуку был, как будто кием бортик зацепил. Может ну, быть, поэтому и не забил. Как отыгрывается. Попало хорошо. Вроде бы. Там сам борт вообще прям там плотно встал на борт, представляешь? Это нереально. Смотри, туда на телевизор просто нереально. Настя, ну все, твой выбор, дорогая, давай, пойдем. Какой свояк, Настя? Чужой, конечно. Чужого в угол, конечно. Чужой в угол, а вы дальше уже, Павел, сами ищите, старайтесь. А, нет, уж тут надо партнеру помочь. Ну, он сам будет. Поверх, что ли, стараться? Ну, лучше не поверх. Всегда остается отыгрыш. Порезка. А как мы с вами, Павел, видели, Настя и Павел Кузьмин отыгрываются очень неплохо. Ну, так может быть... Если не ошибается, то очень неплохо отыгрываются. Вот это была как раз помощь. Она пыталась ему вывести на свои да. А вот, может быть, и не нужна была эта помощь. Это говорит о том, что я как-то говорила уже в предыдущей встрече, что каждый должен играть за себя. Если ты уверен, что ты забиваешь, то забивай. А партнер дальше должен смотреть на ситуацию, которая сложилась уже после удара. Ну, прощают. Повезло. Украинцы повезло. Не хотят они выигрывать, похоже. Я думаю, хотят, но не могут. Средний не вышел. Да? Похоже, рекорд продолжительности по одной партии сейчас поставят Павел Кузьмин. В принципе, игрок быстрый. Ну, у нас же есть каблучок Настя.
Да, и украинцы тоже как бы немедленные игроки. Неужели вот присутствие Насти? Одна Настя тормозит троих. Каблучит. Как вы бы выразились наверняка. Каблучит. Если бы не в порыве страсти. Надо своих срочно находить. Блин, как я не забыл. Не могу стрелять. Ну что ж, нам показывают компьютерную версию положения шаров на столе. Центр? Нет. Быстро принимают решение, быстро соглашаются. Ну, ситуация на самом-то деле понятная. Всего два шара. И ясно, что нужно сделать. Попасть тонко надо. Надо попасть тонко, да. Перевести шар на другую сторону, при этом не отдать свояка, не отдать удара. И заставить соперника играть через стол. Делать правильный отыгрыш. Да, Михаил снова пытается поразить кладкой. Не получается у него. Прям больно удар делать через бокс, через бокс. Да? Карамбольный удар тут Настя посоветовала применить. Ух ты, ух ты! Ух, что делает Павел Кузьмин. Молодец. А? Фантастика просто. Этого не ожидал никто. Да, я тоже. В общем, это точно совершенно. Ну, Настя, осталось. Не подведи. Ну, это уже должна, это уже понятно. Да, 3-0 становится в этом матче. И, судя по всему, сейчас будет перерыв. Возьмет наверняка российская пара. Хотя, посмотрим. Может быть, не стоит ему пускать инициативу. Тяжелейшая партия ими была выиграна. Час она длилась. Взаимных ошибок была целая куча. И вот все это для того, чтобы мы увидели вот такой вот... Такую красоту. Да, такую красоту. Можно было, в принципе, и раньше нам явить. Но уж вышло, опять же, именно сейчас, под занавес часа игры. Смотрим, отыгрышей очень много. Атака Лузы тоже очень много. Это, повторяю, ошибок много. И не самых удачных отыгрышей. И даже по штрафу разочек. Ну, кстати, вот Павел Кузьмин, Анастасия Лупова, они, видите, по 38 секунд в среднем у стола проводят. И серия 6 шаров была у украинцев. И все равно час партия длилась. Итак, дорогие друзья, у нас начинается четвертая партия этого увлекательного четвертьфинального поединка, в котором Павел Кузьмин вместе с Анастасией Луповой пытаются обыграть Михаила Романенко и Алису Лободу. Пока у них это с блеском получается. Вторая партия была самой короткой, а вот третья длилась ни много ни мало 59 минут. И в этой упорной борьбе все-таки россияне взяли верх там. Должны они были, в принципе, ее проиграть. Имели даже шанс несколько раз выиграть. В общем, в череде ошибок все-таки Павлу и Насте чуть больше повезло. Ну, даже не столько повезло, сколько сказался невероятный класс Павла Кузьмина. Шикарного он через лоб на тихом ударе прокатил через весь стол с борта свояка и угодил прямиком в Лузу им. Да, Алиса, не знаю, что она хотела сделать. Скорее всего, играла по Лузе, но убаюкали их.
соперники, поэтому что-то совсем уже ничего не клеится. Здорово, как распускает Павел шары, ставит чужого в остатки пирамиды, а свояка за счет винта приводит в аккуратно угловую лузу. Но вот такие удары Михаилу удаются с блеском. Ух ты, удавались с блеском, уже даже и это не удается. Попытался тонко сыграть Михаил, у него не получилось. Он попал в борт, потом попал в кучу, и, естественно, это штраф. Ну вот примут позицию или не примут позицию, вот повтор. Там, похоже, играется чужой шар или не играется. Вот сложно понять, сейчас бы компьютерную графику применить. Видите, встала в стойку Алиса и спрашивает у Михаила, ну что, проходит? Тут уже боятся, видимо, принять решение и тот, и другой, перекладывая ответственность друг на друга. Ну, типа, ударь, посмотрим. Что получится. Да. Нет, решили не рисковать. А россияне отдали ход. Павел там опять что-то собирается выдумать. Нет, зарывает. Ах, как наигрывает. Наигрывает-то шар. Молодец, молодец. Очень неплохо. Еще один штраф. Еще штраф. Ну, в общем, сломали, короче. Я понял, как это все называется. Сломали игру украинцам. Россияне. И вот сейчас Павел говорит, пусть Алиса хитрый, кладет. Да, хитрый Павел. Ну да, тут монолог Павла, конечно. Пусть, говорит, играет Алиса. Может, штраф отобьет. Да, может, штраф отобьет. Так почему Михаил сейчас сорвался с места, непонятно. В общем, ну, может так, быть, оценить позицию. Ну да, да, да. С барского плеча, типа, ну забьют, пускай, ладно, забивает. Штрафы пусть отобьют, но не больше. Этом, ну, не больше. Нет, нет, нет. В этой партии им нужно, чтобы выиграть, уже забить 10 шаров. Ох, какого сыгрывает. Ну, не знаю, был ли Павел я прав. А они даже вообще не рассматривали такую ситуацию. Да. Что можно сыграть свояка. Ну, на самом деле, свояк был очень сложный. Она его наигрывала просто на лузу. Ну, сейчас весело может получиться. Давайте последим за развитием событий. Мы тоже могли его сыграть. Ну что это такое? Алиса подсказывает Михаилу, чтобы он не забыл, что выставленный шар будет, который снят с поля, он будет выставлен на точку. Чтобы Михаил не забыл просмотреть все траектории, дабы шар не перекрыл. Потом ты берешь. Вот хорошее успокоение у Павла для Анастасии Луповой. Ты бьешь после мальчика. Даже не стал заново. Ой. Нет, два не будет, как предположил Павел Кузьмин. Будет один и шикарный выход. Что это за дискотека? Для Алисы. Алиса должна сыгрывать такой шар. Да, шар стоит очень простой.
Она легко молодец, до него дотягивается. Под боем еще сыгрывает. Все по дыркам, смотри. И по лузам все становится. Да. Вот вам и отдали право удара. Даже забыв просмотреть эту ситуацию, которую в итоге нашли украинцы. Ну, нам интереснее, борьба обостряется. Правда, еще... Это будет техника, последний вздох, как это называется. Забивают, забивают, а шар, счет-то 1-0. Последний вздох. Ну, так, как это называется? Как это называется? Да? Молодец. Простой удар был. Несложный свояк, естественно. Центральную лузу. Пока все понятно. Вот что будет после того, как Алиса забьет свояка, и сейчас она его же забила. Явно к лузе ничего не подкатилось. Да, если после предыдущего удара там оба шара к средним лузам прикатились, то теперь, видите, нету. Все мимо из-за того, что дырка и сила. Хоть и минимальная. По-моему, попросила сделать выход Алиса под шар, который стоит на другой половине. Под свояка. Сейчас он бьет, да? После него я бью, да? Нет. Я после девочки бью. Вот освободил Михаил место для постановки битка. Ой. Ох, как ошибается. Ну вот, серия неплохая. Счет особо не изменился. Да, ну, кстати, я ошибся. Даже если бы забил, Алисе было бы не очень комфортно играть свояка, которого она задумывала бы сыграть. Вот сейчас Настя к нему примеривается, ей приходится через шар играть. Да, через шар, конечно, сложно. В середину Павел уговаривает ее. Настя, сыграй, он хороший. Сейчас посмотрим. Молодец. Да. Умница, Настя. Молодец. Ну и сейчас... Дальше выходит Павел со своими чужими, с выходами для Насти. Очень хороший шарик. Да, хорошего положила. Умница. И наиграла еще, видите, Павлу. Или даже не Павлу, скорее себе наиграла, потому что... Ну, конечно. Павел сейчас будет ставить ей... Павел на оттяжке будет играть. Великолепно. У Насти даже есть выбор. Туда, да, или можно сюда. Налево, можно направо. Ну, налево, наверное. Покомфортнее. Да, покомфортнее. Поэтому и будет играть. Берет винта от лузы. Ну, спокойно сыгрывает. Так, 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 раскатываемся как следует. Покажи точку, куда поставить. Ай, какой Павел молодец. Покажи точку, куда поставить. Если Павел делает такие точечные выходы, он молодец. Девятый.
Ну, думаю, что здесь точка постановки настолько велика, что можно ставить куда угодно. Ну, тогда бы сказал, покажи не точку, а покажи зону хотя бы. Да такой анекдот есть про то, как условности, естественно, как на дуэль. Илья Муромец приходит с... Да, знаете этот анекдот? Да. С Д'Артаньяном, который, в свою очередь, говорит, поставьте ему, говорит, крестиком точку, туда я проткну шпагой. Ну, Илья Муромец говорит, обсыпьте его мелом, я его буду бить палицей. 4-3, глупого Кузьма. Ошибается Настя. Много ошибается-то. Да. Перебивает сильно. Забей партию. И этот выпятился, смотри. Как быстро меняется ситуация? Лучше тише тут ударить. В любом случае. Четыре, четыре. Акцент ненужный сейчас Настя сделала на этом ударе. И в итоге шар сразу отскочил так широко, как этого даже Настя представить не могла. Известно, что на новом сукне лучше все не добирать, чем перебирать. Отскок широкий. Третий. Полностью с вами согласна. Ну, теперь идет разбор позиции украинской командой. Украинцам, конечно, надо прямо сейчас заканчивать. Пять шаров с кия делать. Но мы уже видели, что они ошибаются частенько. Ну, не знаю, насколько хороший выход для Алисы делает Михаил. Нужно в отскок сыгрывать, сможет ли, видите. Сомневается. Да, не сразу готова она к этому удару оказалась. Да, конечно. Надо просто дожать, надо прицелиться. Такое то, что вообще не нужно. Нет. А дурак? Ну, было близко. Ну-ка. Ну, сейчас Павел вколачивает, подставка. Я думаю. Да, это вот он вколотит, а что дальше? Ну, выход. Сейчас Настя ему покажет точку. Подбой можно. Не, подбой можно делать. Вот он, подбой. Есть подбой. А как встает? Эх. А в центр? Ну, уходит. Тоненько получилось. Получилось тоненько. Да, но опять боевая ничья. Ну что, Настя будет катить? Даже еще тоньше. И ну Михаила. Михаил, да, должен. Михаил чужого, я думаю, сейчас. Вот-вот, да, вот отсюда хороший повтор. Мы видим, что получилось тонко. Нервический какой-то удар был. Очень быстро подошла. Такое ощущение, что они уже проиграли в душе. Нет, по лицам не скажешь. По лицам выиграли. Павел вот с тонким слояком справляется. Ну и похоже, что действительно... 7-8. Да, два шара отделяют Павла Кузьмина и Анастасию Лупову от сухой победы в четвертьфинале над парой Михаила Романенко и Алиса Лобода. Так... Здорово прошедших квалификацию
Два чужих хотят разыграть. Ну, в принципе, при счете 6, два чужих, да, вполне. Да, вполне, да. Только на месте резко будет, не знаю, насколько приятно. Да, просто... Туда убрать надо вот этот шарик, да, который на игре, остальные оставить на бортах. Долго целится, но зато молодец. Какого оставляет партнеру. Да, Михаил, похоже, это все. Хорошо, спрашивает Настя. Сейчас проверим, отвечает Павел. Хорошо или нет? Да, хорошо. Хорошо, и со счетом 4-0 победу одерживает российская пара. Собственно, в этом у нас с Аллой сомнений не было после того, как они выиграли первых две партии и как потом чувствовали себя украинские бильярдисты. А вы сейчас играете? Ну, ничего. Ну вот, дорогие друзья, известно уже и вторая пара полуфиналистов. Более того, они сыграют между собой. Таким образом, Павел Кузьмин, Анастасия Лупова встретятся с Викторией Ивановой и Александром Пономарем в полуфинале. Вот это будет жаркая битва. На это противостояние будет любопытно посмотреть. Уже класс соперников будет приблизительно равный. Надо отдать должное и этой паре, которую мы увидели, Михаила Романенко и Алису Лободу. Все-таки им пришлось сложно, и мы говорили, что с одной стороны, у них есть как плюсы, так и минусы. Да? Плюсы, потому что они так долго играли в турнире уже, да, имеют сыгранность какую-то. Ну да, а минусы то, что они устали, скорее всего. Сильно, сильно устали. Более того, за выход в телевизионную часть им пришлось сражаться сегодня с утра. Как раз с своими соперниками. В общем, не сдюжили, что называется. Вот, тут все готовится к началу следующего четвертьфинального поединка. Напомню, это будет, наверное, центральная встреча дня, но об ее итогах уже в следующих трансляциях с этого турнира. С вами были Павел Черемисин и Алла Колупаева. Спасибо, что смотрели нас, и давайте последим за соревнованиями в Днепропетровске на более поздних стадиях. До свидания. Всего доброго.